Итак, в Ульяновске активно ведется строительство двух дорог. Новые полотна соединят Автозаводскую и Шолмово, а также упростят движение автолюбителей двух развивающихся микрорайонов – Новая Жизнь и Юго-Запад. Дорожный участок в районе Новой Жизни будет четырехполосным, а его протяженность составит 1120 метров. В планах на этот год перенести инженерные коммуникации и уложить слои дорожной одежды. Также предусмотрено сделать 6 автопавильонов, заездных карманов, сделать освещение, сделать тротуары по обоим сторонам автомобильной дороги. Тротуар будет совмещенный с велодорожкой по правой стороне. Второй участок дороги начинает возводиться в интересах жителей соседнего Юго-Запада. Он соединит улицу 154-й стрелковой дивизии с Олимпийским проспектом. Протяженность этого двухполосного полотна составит 551 метр. Дорога разгрузит, в принципе, городской, наверное, трафик в большей степени. Ну и для нас будет удобство, потому что будут заезды-выезды прямо здесь, рядом с домом. Сейчас демонтируют коммуникационные тоннели и перестраивают инженерные сети. Впереди строительство ливневой канализации, устройство основания дороги, монтаж систем уличного освещения и светофоров. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и завершатся в следующем году.